Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил сертификаты на льготное жилье 11 медицинским работникам. Практически все они работают с ковид-пациентами. Среди тех, кто сможет приобрести квартиру с помощью программы «Социальная ипотека», есть два врача из нашего муниципалитета. Сертификаты получили врач-анестезиолог-реаниматолог Екатерина Недельская и участковый врач-терапевт Ирина Яшина. Это очень хорошие специалисты, настоящие профессионалы своего дела, отметил главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев.